Я рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Наталья. Я покажу вам литопсы, в каком состоянии они сейчас. Они у меня живут теперь не в одной вот такой плошке, а я их рассадила, и они у меня теперь, ну, чуть-чуть больше места занимают. Итак, парочка уже отцвели. Но есть те, которые только-только выпускают бутоны. Есть те, которые готовы уже раскрыть цветочки. Один офтальмофилум у меня раскрылся. Посмотрите, какая красота. Цветочек белый, красивый. Этот будет цвести желтым. И там тоже желтым цветом. Постепенно, постепенно за сентябрь, октябрь, ноябрь они все процветут. Ну и будут готовиться снова к спячке, к своей. Все-таки они немного набрались влаги из воздуха, и немножко, конечно, я поливала, и они очень прекрасно задерживают влагу внутри себя, и поэтому вот как-то так. Наверное, быстро-быстро скачу, разглядеть невозможно. Ну вот как могу. К сожалению, возможности у меня выходить почаще нет. Времени нет. Не хватает, совсем не хватает. Не хватает даже просто самой посмотреть. Вот. Такова жизнь. Ладно, на этом все. Берегите себя. Я желаю вам всего самого наилучшего. Самое главное, будьте здоровы!